Кенке. Шайба брошена, пора начинать. Поехали, первое вбрасывание. Уже забивал в большинстве ворот сборной Беларуси. И снова Тинулин вылезает, и теперь уже удар. Какая разница, да, как шайба влетела в ворота. Главное, что она там. В падении Джашвили. Держать первую тройку сборной России. Грудинин. Еще одна передача. Бросок низом, и все. А передачу делал Грудинин. Очень здорово. Но в случае чего у сборной России есть 13-й нападающий. Это как раз 13-й номер. Полтапов, ну а здесь шайба влетает. Бросок по глазам. Еще и шайба так трепыхалась в воздухе. Держит шайбу, пас через бортик. Кудренков бросает. И есть шанс играть на добивании. Быстро играть. Причем там снова много времени, смотри, осталось. Бросает. А Кудренков передачу должен записать. Перевод на Асению. Толчинский. Бросок. Гол. Сергей Толчинский. Первое набранное очко Сергея Толчинского в рамках турне. Туле при всех травмах Почивалов пока не появляется. Но, возможно, еще выйдет. Там тут шайба даже не дошла до вратаря. По-моему, сам Полтапов ее... Команду с этой викторией. Всех еще раз с праздником. Всех с...